Необычный трансформер 18 века, предназначавшийся для сервировки и убранства стола, «Пладиминаж», теперь можно увидеть в музее метеостанции Симбирска. Это один из шедевров художественного серебра из собрания Государственного исторического музея. Такой набор столовой посуды выполнен лондонским мастером французского происхождения Поль де ла Мере примерно в 1736 году. В состав сложной конструкции входит 40 отдельных предметов и деталей. В Ульяновском музее представлена только часть из них. Пладиминаж предполагал несколько вариантов сборки. Квази-миски, служившие основой, крепятся подсвечники, кронштейны для флаконов со специями, блюда-подносы. Конечно, позволить себе такую посуду могли только аристократы и члены королевских семей.